Примавтодор получил первую спецтехнику от компании МАЗ. Это две бортовые машины с крановой установкой, грузоподъемностью 8 тонн, два тягача и два бортовых полуприцепа. Сегодня мы проходим регистрационные действия, проходим государственный осмотр транспортных средств. И уже завтра эти транспортные средства у нас будут работать на дорогах Приморского края. Сегодня транспортные средства у нас уходят в филиал «Мостостроительный», управление механизации, Надеждинский и Спасский филиал. Еще 100 единиц техники этой марки прибудет в Примавтодор до конца года. Напомним, ранее по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяка было принято решение по обновлению автомобильного парка и оборудования в 2023 году. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.